Друзья, всем привет! С вами компания Руфер, меня зовут Рыбаков Павел. Сегодня второй видеоролик, посвященный строительству моего загородного дома. Вчера я выкладывал видеоролик с обзором на мой участок, такой небольшой. Конечно, мы каждую тему будем освещать более подробно. Сегодня я хочу показать вам то, что те работы, которые выполнены за сегодняшний день. Вот так вот выглядит траншея глубиной 1,5 метра. Состоит она в основном из песка. Не знаю, видно вам или нет, уже темно. Попробую поближе показать. В общей сложности где-то длина у нее примерно в районе 40 метров. Вот как я уже говорил, здесь будет у нас водяная труба на глубине 1,5 метра. Потом будет засыпка 1 метр вот этим песком обратно. И будет уже идти электрический кабель. Кабель будет... Не помню, какая точно маркировка, но это 4-жильный медный провод. Сечение кабеля, сечение провода 6 квадратов. Сказали, что на мои 15 киловатт этого будет достаточно, даже есть небольшой запас. Друзья, хочу затронуть еще один с вами вопрос. Это по поводу стоимости работ. Значит, вот эту траншею я договорился с ребятами из Таджикистана, что они мне выкупают ее за определенную сумму, потом мы уложим туда трубы, уложим кабель, и они все это дело засыпят. Вот. Но вчера у меня был разговор с бригадиром о том, что, ну, грубо, сверху лежит глина, она идет тяжело, и нужно добавить денег. Я, ну, в принципе, согласился с этим, мы с ними пожали друг другу руки и договорились на определенную сумму. Вот, сегодня я уехал на объекты контролировать строительный процесс уже непосредственно касаемо моей работы. Вот, но бригадир сегодня подошел к моей жене и сказал, что опять ему денег мало, что нужно добавить ему еще какие-то деньги непонятные вот, за работу, потому что работа идет тяжело. Вот хотел с вами посоветоваться, и как вы относитесь вообще к таким ситуациям, когда... Строители постоянно приходят и говорят, что им все денег мало, что там работа идет тяжело, что нужно добавлять ну, какие-то деньги постоянно. Вот. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы к этому относитесь. Спасибо за внимание. Вот сегодня такой небольшой короткий видеоролик. Постараюсь в дальнейшем выкладывать хотя бы 2 ролика в неделю касаемо и работы, то, что мы делаем, и касаемо строительства моего дома. Всем пока!